Так, всем привет! Сегодня будем здесь натягивать двухуровневый потолок. Самый простой. Да, простой двухуровневый. Хоккейная коробка будет. Так, сейчас начинаем. Нарисовали полоски, но их не видать. Может быть, вы их, конечно, и увидите. Может быть, но их не видать. Отсюда снизу я не вижу. Вот, но они есть. Они существуют. Да. Вот сейчас мы режем вот такие вот уголки. Уголки. Вот так мы их нарезали. Сейчас покажу, как они гнутся. Гнутся так. Хлоп, хлоп. И обрезаю все так это. Раз, раз. 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 Все, так вот загнули. Теперь сгибаем вот так. Все, уголок готов. На эти уголки будет крепиться фанера. Ну а потом на фанеру уже будет крепиться багет, разделитель и вся такая вот эта ерунда. Так, порезали. Все. Так, вот так вот Алексей пока продолжает крепить уголки. А мы начнем пока багетить. Багетить будем. Лазер поставили и начинаем багетить. Пару сандалин обгонять надо, да, Леша? Так, вот пока мы багетим вон там. Вот. Алёша начал крепить фанеру. Сейчас фанеру закрепим, будем дальше делать. Так, ну вот, получается вот так вот, я забагетил, да? Вы это заметили, я забагетил. Алёша-то все еще фанеру не прикрутил. Опять Леша. Леша опять виноват, а? Ладно. Ну ничего, я надеюсь, он исправится. Тебе остается все меньше и меньше. Да, Леша, я надеюсь, ты исправишься же, да? Будем на это все надеяться. Давайте посмотрим, как он это делает. Ну-ка, давай, Леша. Давай, с чувством, с толком, с расстановкой. Так, это раз. Ну и вот так вот таким макаром, короче, идем. И смотри, сейчас дополосишь у меня. Ну, сейчас пропиливаем отбойник, вот, чтобы он легче гнулся. Вот. Сейчас он пропилим. Так, ну, вот так вот получается, крепится отбойник. Это вот поворот такой. Так, он идет. Давайте правильно, ну, честно. Сейчас у тебя будет криволинейный, блин.
Так, сейчас посмотрим, как Лёшенька будет крутить. Ну, не получается, не ничего получится. Все. Сейчас кто-то допилил. Так, так, так. Она там не прошла. Да. Теперь. Скажи, что идет и все. Теперь прикрутил. Молодец, Лёшенька. Видишь, я же тебе говорил, научишься. Так, ну давайте посмотрим, что тут Лёша еще натворил. Так, вот крепим багет. Также он у нас идет распиленный. Распиленный вот так вот. Два пиленный. А? Распиленный, два пиленный. Так, вот так вот он укреплен. Так вот, раз, раз, раз. Там идет у нас люстра. Так вот это все получается. Так, что-то мне, Леша, вот это вот место не нравится. Я сейчас пойду вот это вот подколочу. Вот это вот место. Вот так вот у нас получается. Застегнули ту сторону. Сейчас застегиваем эту. Так, вот полотно натянули. Ставим заглушечку. Наклеиваем обводы. Сейчас светильники, люстру установим и все. Так, ну все, вот так вот в результате получилось. Вот такая люстрочка, такие вот светильнички, такой вид, вот такой вот прям вид, отсюда вид, вот отсюда вид. Ага, пощелкай, пощелкай, Алексей. Ага, включай. Нет, по одной. Чё ты? Ну, вроде бы неплохо получилось. Будем считать, что красиво. Так что все. Всем пока.